Hi friends, it's the 16th day of my 30 days challenge. Мы с вами уже 16 дней вместе. And today's set phrase is to cut a long story short. Что же значит обрезать коротко длинную историю? Это значит, короче говоря, если вы не хотите говорить что-то очень долго и подробно, можете использовать эту фразу. Ну, например, to cut a long story short, we had great time. Короче говоря, мы отлично провели время. Пишите в комментариях свои ситуации, когда бы можно было использовать эту фразу в вашей жизни. Делитесь этим видео со своими друзьями, ставьте лайк и see you tomorrow. Bye-bye!